Здравствуйте, друзья! Вы на канале Кулинарные истории. Сегодня мы будем фаршировать домашнюю курочку. Для этого нам потребуются яблоки, чернослив, вкусная соль, чеснок, соевый соус, майонез, кисло-сладкий гранатовый соус. Итак, начинаем. Чернослив мы замачиваем минут на 20 в холодной воде. Режем яблоки. Курицу, чернослив и яблоки я тщательно помыла, яблоки нарезала, подготовила все для фаршировки. Далее, друзья, я внутри промазываю хорошо курочку соевым соусом. Далее я распределяю чеснок, чернослив и яблоки вовнутрь курицы. Курицу я зафаршировала соевым соусом, чесноком, черносливом и яблоками. Далее я готовлю соус для смазывания курицы перед тем, как поместить в духовку. Зубочистки я применила, чтобы зашить курицу. Для обмазывания сверху я готовлю соус из майонеза, соевого и гранатового соусов. Добавляю томатный соус, вкусную соль, соль со специями, рецепт есть на канале, и тертый на мелкой терочке чеснок. Все объединяю и перемешиваю. Пока я готовлю обмазку, у меня греется духовка до 200 градусов. Соус, друзья, готов, и мы начинаем обмазывать курицу, тушку, со всех сторон соусом. Хорошо со всех сторон промазываем курочку этим соусом. Курочку я хорошо промазала. И теперь отправляю ее в противень, предварительно смазав противень растительным маслом. На час я поместила куриную тушку в духовку, предварительно разогрев ее до 200 градусов. И жарится она будет час. Прошел час, я вынула из духовки противень, и вот, посмотрите, курочка готова, чернослив там даже прорвал кожицу. Курочка готова, можно ее подавать и на праздничный стол. Друзья, готовить со мной легко и вкусно. Приятного вам аппетита, будьте здоровы, оставляйте комментарии. С вами была Людмила. Пока-пока.